Алла Пугачева в конце сентября неожиданно уехала из России вместе с детьми. Говорят, что певица выставила на продажу замок, обозначив таким образом окончательный переезд. Сегодня же она впервые с того момента обратилась к публике. Алла Борисовна больше полугода молчала и не комментировала политическую повестку в стране, в то время как ее муж Максим Галкин довольно резко критиковал действия властей. Но вернувшись в Москву, в начале сентября Примадонна, по ее словам, захотела навести порядок. Затем решила набить морду кому-то из звездных персон, а после публично поссорилась с Владимиром Соловьевым и Никитой Михалковым. За эти недели на народную артистку вылили тонны грязи в соцсетях, с экранов телевизоров, а также патриотично настроенные граждане. В итоге Пугачева улетела из аэропорта Внуково в Израиль на частном самолете. Сегодня же Примадонна российской эстрады обратилась к поклонникам в соцсетях. «Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря». Причина ясна. «Пусть скрежечут зубами. Были холопами, а стали рабами», – написала Пугачева. Напомним, Алла Борисовна последние годы не выступает, либо же принимает участие в корпоративных мероприятиях по особому случаю. Так, несколько лет назад в Петербурге она вышла на сцену за астрономическую сумму в полмиллиона долларов. Как после отъезда сложится жизнь Аллы Пугачевой, непонятно. Известно, что дети пойдут в местную израильскую школу. Ее супруг продолжает выступать по Европе. И вот-вот приедет в США, где у него намечен большой тур по разным городам. Вот такие новости, друзья, на этот час. Друзья, приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.